Рады вас видеть. Заходите. Меня зовут Наталья. А я Александра. Мы представляем бюро End Design. И сегодня мы расскажем вам о квартире, нашем недавно реализованном проекте, в котором изначально не было ни одного прямого угла. Квартира располагается в ЖК «Филиград», площадью 96 квадратных метров. И создавалась она для семьи, где проживает мама с сыном. Когда мы пришли сюда впервые, это была просто бетонная коробка без единого прямого угла. Нам пришлось строить стены, очень много стен для хранения, которые обычно бывают прямоугольной формы. Пойдемте, мы вам все покажем. Мы с вами находимся в прихожей, которая также не имеет ни одного прямого угла. И это можно увидеть, если обратить внимание на этот пол. На полу мы сделали панно из нарезанного специально под проект керамогранита. И оно также не прямоугольной формы. Но это сразу не бросается в глаза. В прихожей у нас очень яркий комод голубого цвета и очень яркая дверь. Это были пожелания заказчицы. И сделано это все по нашим индивидуальным эскизам. Также мы спроектировали очень вместительный шкаф, в котором есть место хранения одежды, обуви, сумок. Слева место хранения для мультимедийного блока, также электрощиток и хранение пылесоса, утюга и гладильной доски, но это пока не закреплено. Напротив у нас находится галошница. Ключи при входе в квартиру заказчица кладет на специальный подносик и хранение обуви. Также задумана табуретка, на которую можно также присесть, как на пуфик, или поставить ногу, чтобы было удобно обуться. Все сделано по нашим индивидуальным эскизам. А также на этом комоде есть небольшая деталь. Это вот такая вот ручка-держатель, на которую можно повесить сумку или ложку для обуви, или что-то еще, что захочется повесить. В прихожей у нас разнообразные источники освещения. Есть люстра, есть подсветка для картин, есть вот такие замечательные нарядные бра. А вот и комод, который тоже сделан по нашим индивидуальным эскизам на золотых ножках, очень яркого цвета. В целом по квартире использована фурнитура золотого цвета, вот, например, ручки, а также элементы декора, которые тоже с элементами золота. Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную, она также не прямоугольной формы. И нашим строителям пришлось очень попотеть, формируя вот эту вот нишу под встроенную кухню, которая скрыта от посторонних глаз. И только попадая в гостиную, мы вдруг обнаруживаем, что здесь еще и есть кухня. И самое забавное, что она началась вот с этого розового холодильника. Наша заказчица изначально хотела иметь именно вот этот холодильник этой модели, и когда выяснилось, что он бывает только в двух цветах, либо темно-коричневый, либо розовый, конечно, стало понятно, что у нас будет именно розовый. И этот холодильник задал нам тон всей кухни. Кухня у нас очень вместительная, имеет очень много систем хранения и очень много, сильно насыщена техникой. Это духовка, микроволновка, а это, чтобы вы думали, это специальная полочка, сделана в цвет с остальной техникой, в которой можно хранить все, что угодно. Наверху у нас также вместительная система хранения со встроенным механизмом. В кухне имеется также посудомоечная машина, очень вместительная и широкая. Столешница у нас выполнена из искусственного камня, а также этот чудесный фартук также из искусственного камня. И тут есть небольшой секрет. Обратите внимание. Та-дам! И все ненужное скрывается за этой прекрасной опускающейся панелью, которая выполнена из того же самого искусственного камня, как я уже сказала, что и столешница. Также здесь есть подсветка. Здесь можно разместить какие-то красивые бокалы, а также все ненужное, что хочется спрятать от тех, кто приходит в гостиную, от своих гостей. И делается это простым нажатием кнопки. В столешнице у нас также вмонтирована замечательная мойка белого цвета. В мойке есть вот такие вот держатели, на которые можно поставить горячую кастрюлю или горячую сковородку, или все что угодно, что вы захотели бы поставить в раковину. Также есть вот такой смеситель. Все это от фирмы Blanco. В смесителе есть вот такая выдвижная часть, что очень удобно при мытье чего-то высокого, тех же кастрюль.
В смесителе два выхода, один для обычной воды, второй для фильтрованной. Также в столешницу вмонтировал вот такое вот устройство для моющего средства. Под раковиной у нас, как и у всех, располагается мусорное ведро. Но само мусорное ведро непростое, обратите внимание. Оно прекрасно подходит для того, чтобы сортировать мусор, что сейчас так актуально. Также там у нас есть подсветка и вмонтирован фильтр для воды. В столешницу вмонтирована варочная панель. Под варочной панелью у нас располагается хранение столовых приборов. Ну и различные всякой кухонной утвари. Все в выдвижных ящиках, очень удобно. Здесь у нас располагается бутылочница для средств и всего, что нужно. Еще одна бутылочница. Над варочной панелью, конечно же, вытяжка, которая встроена в шкаф. Вот таким образом. А и также у нас в нашей кухне есть еще один секрет. А это вот такой ящичек, который расположен в цоколе кухни. В нем хранится небольшая стремяночка, которая дает возможность добраться до самых верхних шкафов. И, конечно же, на кухне, как и на всех кухнях, есть подсветка рабочей поверхности. У нас она тоже немного непростая, сенсорная. Вот такая. Кухня у нас вот такой конфигурации с выходом полуострова. Здесь располагается вот такое место, чтобы посидеть, попить кофейку. А также есть вот такая вот нога со встроенным шкафом и с винным шкафом. Обратите внимание. Здесь дверца открывается легким прикосновением колена. Столешницу мы поставили, завершили вот такой ногой, которая также сделана из того же самого материала, чтобы вид был более цельный. Кухня у нас стоит на керамогранитном полу, рисунок которого перекликается с инженерной доской, которой покрыт весь остальной пол в помещении. На канале In My Room TV вы увидите массу всего красивого, интересного и познавательного. Подписывайтесь на In My Room TV. Мы с вами находимся в гостиной. Она многофункциональная. Зона кухни, диванная зона и столовая зона. Изначально в квартире высота потолка была 3,150. Но благодаря тому, что под потолком у нас располагается много коммуникаций, в том числе и для мультимедиа, высота потолка сильно опустилась до 2,85. В гостиной стены мы декорировали молдингами. Это помогает зрительно увеличить высоту потолков, а также придать интересы пространству. В диванной зоне напротив дивана стена декорирована панно из обоев, которое также обрамлено молдингами. А напротив, по бокам от дивана, мы сделали зеркала, которые зрительно расширяют помещение и помогают избавиться от ощущения неправильной формы пространства. Сам диван очень вместительный. Это было пожелание нашего заказчика, чтобы можно было развалиться в нем поудобнее и смотреть телевизор, всякие мультики, фильмы и все что угодно. Также диван раскладной, это очень замечательно, так как наша заказчица любит приглашать большое количество гостей и можно их разместить. В столовой у нас большой круглый стол, который при желании можно раздвинуть до еще больших размеров, и как мы уже говорили, заказчица любит принимать гостей, поэтому всем будет очень удобно. Кроме этих настольных ламп, в гостиной у нас довольно много света. И это тоже было пожеланием заказчицы. Она нам изначально вообще сказала, чтобы было как можно больше света во всех помещениях. И поэтому здесь мы не стали себя ограничивать. Кроме этих настольных ламп, над столом есть люстра, которая подсвечивает обеденную зону. А также вмонтированы точечные светильники на потолке, которые добавляют освещенности в целом в помещение. Есть бра по бокам от картины над диваном. А также есть подвесные светильники над барной стойкой, что обеспечивает уютную атмосферу за барной стойкой. Весь этот свет выключается выключателями, конечно же, которые расположены при входе в гостиную, а также дублируются около дивана. Поэтому очень удобно. Можно погасить освещение прямо с дивана. Мы с вами находимся в детской. Детская для мальчика 7 лет. Он является большим фанатом Человека-паука. Его мама попросила расписать нас одну из стен.
по мотивам комикса «Человек-паук». Эту стену расписывал художник. Он расписывал это несколько дней по нашим эскизам. Мы подбирали цветовую гамму. Вокруг окна мы организовали систему хранения, в которой есть место и для игрушек, и для книг. А под окном мы сделали место для того, чтобы можно было там посидеть, посмотреть в окно, помечтать. Оно очень удобное, мягкое. Под окном у нас радиатор, мы сделали вот такой экран для него. А в подоконнике сделали прорези, чтобы теплый воздух выходил наружу. В этом шкафу у нас расположен бризер, который обеспечивает подачу чистого воздуха снаружи. Это приточная вентиляция, по сути. За окном сейчас идет стройка, поэтому это устройство помогает запускать внутрь помещения чистый освеженный воздух. В детской у нас имеется большой диван с полноценным спальным местом, с выдвижным ящиком, в котором можно при желании постелить матрас и пригласить друга на ночевку. Эту стену мы оформили картой и декоративными полочками из настоящих скейтов, которые мы покрасили в цвет стены. Вся мебель в этой детской комнате, кроме дивана и стола, сделана по нашим индивидуальным эскизам. Со светом в этой комнате мы решили поступить так. Сделать потолочные светильники не подвесные, а именно потолочные, и встроенный свет. У окна сделали вот такие бра для подсветки для чтения. Как и все помещения в квартире, это также отличается неправильной формой. Здесь нет ни одного прямого угла. Для того, чтобы монтировать этот шкаф, нам пришлось выстраивать нишу прямоугольной формы. Шкаф очень вместительный и удобный, и в нем располагаются как игрушки, так и вещи ребенка. По бокам от дивана у нас оборудованы вот такие вот тумбочки, также для хранения всяческих мелочей и игрушек. И также с этой стороны кровати повешены скейты в цвет стены. Поскольку в гости часто приезжают бабушки и дедушки, было решено сделать гостевую комнату. И в ней решили устроить удобный, комфортный раскладывающийся диван. Комната в целом выполнена в таких вот сиреневато-розоватых оттенках. Она также неправильной формы. И специально для того, чтобы встроить этот шкаф, мы сделали также прямоугольную нишу. В целях расширения этого небольшого пространства все поверхности выкрашены в один и тот же цвет. Карнизы выкрашены в цвет стен с целью увеличения высоты помещения. Шкаф в цвет стен, чтобы его спрятать и в целом объединить пространство. Диван также в тех же оттенках, и даже в ковре и шторах также присутствуют оттенки розового. Напротив дивана удобный вместительный комод. Там можно расположить вещи. Кроме того, в шкафу есть платяная часть, в которой висят вещи, а также часть с полками, в которую можно положить что-то еще. По бокам от дивана тумбочки с настольными светильниками, чтобы было удобно и комфортно в вечернее время. Шторы в этой комнате также подбирались в тон всему остальному интерьеру. Они с розоватыми оттенками. Кроме того, карниз оснащен электроприводом, что позволяет с легкостью задвигать и раздвигать шторы. Вот таким образом. Кроме того, шторы с блэкаутом – это такая подкладка, которая не пропускает свет. Поэтому в ночное время при задвинутых шторах здесь полная темнота, что позволяет хорошенечко выспаться с качественным сном. Чтобы раздвинуть шторы, снова нажимаем на пульт. Подоконники у нас выполнены из настоящего мрамора, полированные и отражают свет. Как мы уже и говорили, вся фурнитура в квартире у нас золотистого оттенка. И эта комната также не исключение. Все ручки, кроме того, консоль также выполнена в золотом оттенке. Такой прием позволяет объединить зрительно все пространство, если во всей квартире фурнитура одного оттенка. Thank you.
Это спальная комната. В отличие от других комнат, ее удалось сделать более правильной прямоугольной формы, благодаря чему нам также удалось сделать квадратный вырез в потолке и обойтись без люстр в этом помещении. Кроме того, в этом помещении вот есть один угол, он также прямоугольный, и за этим углом скрывается гардеробная комната. Здесь в гардеробную мы организовали очень вместительную систему хранения. Есть ящики, есть брючницы выдвижные. Вот. Есть также пантограф вот с этой стороны, что позволяет опустить одежду, выбрать все необходимое и снова отправить ее на место. Здесь организован ряд полок для обуви, а кроме того, здесь скрывается паровой шкаф, который позволяет отпарить рубашки или платья за очень короткое время и сделать их очень хорошего качества. Кроме того, здесь есть длинная штанга для хранения одежды в висячем состоянии и много-много полок для всего необходимого, для всех вещей. Всю эту систему мы вычертили сначала на чертеже, а затем она была изготовлена специально под нужды нашей заказчицы. Наверху мы сделали светодиодное освещение в виде встроенной в потолок ленты вровень с потолком. Она обеспечивает равномерное освещение во всей гардеробной. В гардеробной мы сделали дверь скрытого монтажа без наличников. С одной стороны у нее зеркало, можно одеться в гардеробной и посмотреться в зеркало. А с другой стороны она окрашена в цвет стен и практически скрыта. Изначально спальня предполагалась в более светлых, мягких тонах, но потом возникла идея этой зеленой стены. Более яркий акцент в комнате – это роспись, сделанная вручную, с имитацией ткани. Она добавляет в комнате дополнительной глубины за счет своего насыщенного зеленого оттенка. По бокам от кровати сделаны подвесные светильники мягкого света, а напротив – стена более спокойного тона, но разбита молдингами. Также мы сделали зеркала для игры пространства, для углубления его, а также вмонтировали вот такие вот линейные встроенные светильники. Один светильник в зоне туалетного столика, а второй ближе к двери. Шторы у нас выполнены необычно. С одной стороны зеленая штора, которая продлевает тему обоев, а с другой стороны мы сделали штору в цвет стен. И здесь есть небольшой обман. Кажется, что здесь вся стена в окне, однако окно только вот здесь, а там за шторой просто стена. И вот такой прием позволяет зрительно обмануть человека и заставить его думать, что света в комнате может быть намного больше. А за окном есть небольшой балкончик, на котором приятно проводить время в летний период. Кроме того, здесь в спальне у нас появилось вот такое, можно сказать, произведение искусства. Это портрет нашей хозяйки, обработанный и поданный в виде вот такого постера. Он пришелся по душе хозяйки, поэтому она оставила его себе. Из этого коридора мы попадаем в два санузла. Специально для ходьбы в ночное время мы сделали вот такую подсветку пола. Она довольно не яркая, не светит в глаза, но зато помогает определить путь. Зайдем в один из санузлов. Это главный санузел. Здесь у нас расположена ванна. Под общей столешницей спряталась тумба под раковиной, а также стиральная машинка. Весь санузел выполнен в керамограните крупноформатном, оттенка голубого и песочного. Это очень удачный выбор для санузлов, потому что это очень легко в эксплуатации и в обслуживании. Здесь у нас сделан пенал, в котором располагаются разные мелочи, а также корзина для белья. Напротив входа мы видим большие зеркала, и за ними скрывается кое-что интересное. Здесь большое место для хранения всяких мелочей. Это зеркало стационарное, оно не открывается, за ним ничего нет. За ним спрятаны коммуникации, вентиляционные шахты. А здесь над унитазом у нас располагается доступ, вот в таком вот шкафчике. Доступ к коммуникациям, к гребенкам и к бойлеру.
который также спрятан за небольшим хранением. Под всей этой встроенной историей у нас сделаны две ниши с подсветкой. Здесь в санузле на потолке у нас встроена колонка. Таким образом, когда ты приходишь в санузел, можно слушать музыку, которая играет по всей квартире. По просьбе хозяйки мы сделали косметическое зеркало с подсветкой. Здесь можно регулировать теплоту света, можно сделать теплый свет, можно холодный, а можно выключить совсем. Столешница у нас сделана из искусственного камня. Мы подбирали цвет в цвет плитки на стене. В полу монтирован теплый пол. А это второй санузел, в котором, несмотря на свои небольшие размеры, нам удалось разместить все необходимое. Полноценную душевую кабину, унитаз и небольшую раковину. Но под раковиной также удалось сделать вместительный шкафчик, в котором можно разместить все необходимое. Отделка стен санузла выполнена из керамогранита, белого под мрамор и крупноформатного бирюзового цвета. Затирка также выполнена под цвет самого керамогранита. Над унитазом запланировали лючок для коммуникации. Спасибо, что пришли in my room. Приходите еще, будем ждать в наших проектах. Пока-пока! Надоело ходить по магазинам? In my room – это маркетплейс красивой мебели. Мы собрали 250 магазинов и поставщиков в одном месте. Выбирайте и заказывайте, а мы доставим прямо к вам домой. Попробуйте, это удобно. Заходите на inmyroom.ru.